А вот четвертый автодорожный мост через Енисей официально стал Николаевским. Соответствующее постановление о присвоении переправе нового имени было подписано сегодня. А ранее, 28 февраля, название одобрила специальная комиссия при администрации Красноярска, посчитав его исторически оправданным. Напомню, что строительство теперь уже Николаевского моста началось в 2011 году, а торжественное открытие состоялось в октябре 2015-го. Кстати, во многих источниках, например, в спутниковых картах и в свободной энциклопедии Википедия, мост до сих пор называется четвертым. Не исключено, что в обиходе он таковым и останется, по крайней мере, первое время.